Я надеюсь. Я знаю про твоих друзей. Бестия сказала, вы не особо ладите. Ну, раз Бестия сказала, значит, так и есть. А что, нет? Хочешь меня выбесить? Ладно, молчу. Это временно. Мы по-прежнему семья. То есть все сложно? Да, можно и так сказать. Я, кстати, тоже бывший кочевник. Серьезно? Никогда бы не подумала. Да, из семьи Бакеров. Пришлось с ними разбежаться и переехать в Найт-Сити. Значит, между нами что-то есть общее. Ладно, поехали. Садись. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Что-то не нравится? Мне? Нет, конечно. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Далеко этот лагерь? Прямо за городом, по 9-му шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители, детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэш? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Бестия королева по смерти. Мы для нее просто пешки. Ты меня назвал пешкой? Она непростая тетка. Она пробилась наверх, потому что разбирается в людях. А если она и не договаривает, это часть ее профессии. А по мне она просто двуличная сука. Ты в курсе, что она поставила меня работать со стилетом? Ты не поняла, что Нэш из стилетов? Че, серьезно? Нет, этот мудак мне визитку не показывал. Вы не отслеживаете, кто ездит по округе? Духи, например? Обычно они грабят корпоративные конвои на 64-й трассе. А ты в этом шаришь? Я ж кочевник. Может, у нее были причины? Да ладно. Да эта сука рта не раскроет, пока не просчитает, что ей выгоднее сказать, а что скрыть. Кого пыльная буря принесла? Это мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. Нам нужна помощь. Какая помощь? С чем? Стилеты наебали по нам. Мы хотим объяснить им, что так делать нехорошо. Все настолько плохо? Иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъебки. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Справимся и без них. Пасть закрой. Мич, не будь говнюком. Помоги. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец.
Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем, это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду. У тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет, скорее разочарована. Привет, панам. Ты к нам надолго? Не, на 5 минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, панам. Сол, нас уже, говорят, да? На дороге встретим. Ага, не твое дело. Ассалям алейкум. Можешь помочь? Я слишком молод! Пожалуйста, только не меня! А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Ну как ты? Сама же знаешь, как оно бывает. Именно. Как сельди в бочке. Панам! Но куда деваться? Заглянешь к нам, дорогая? Ты не думай. В другой раз, Эль, честное слово. Кидай в багажник. Можем ехать, залезай. Ну, мне пора. Да, да, вали уже давай. Звони, если что. А ты, похоже, не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сам видел, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Скорпион и Мич хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Солы и генераторы можно забить, но клан... превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? Не, пока что нет. Но может, скоро будет? Окей. Эти ребята были в армии? Скорпион и Меч? Да. Панцербои. Были контрактниками на последней войне. Панцербои? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Мич был в охране.